Сцена равных возможностей. В Чебоксарах прошел инклюзивный концерт, организованный обществом для людей с инвалидностью «Свобода». О свободе без границ в нашем сюжете. А что это вы здесь курите? А счастье, волк! Знаешь ли ты, косолап твой, волк, что такое счастье-то? Так, я давно и не задумывался. Что такое счастье? Лиса, бабочка, ворона, волк ищут ответ на извечный вопрос. И, кажется, его находят. Мы с помощью этой сказки хотим показать то, что счастье внутри нас, то, что счастье есть, что можно быть счастливыми, несмотря ни на что. Главное найти эту искорку счастья внутри себя. Публика, которая приходит на наши концерты, она очень доброжелательная, очень дружная, и поэтому вот их такое отношение очень к нам доброе, теплое, искреннее, помогает нам действительно творить, верить в себя и побуждать других людей что-то делать. Этот концерт посвятили Всемирному дню счастья. На одной сцене артисты эстрады и люди с ограниченными возможностями здоровья. Они вместе играют роли, поют и танцуют. Лера Майорова на сцене выступает постоянно. К этому концерту их коллектив подготовил 2 номера. Мне нравится выступать, танцевать. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Артисткой. «Свобода» уже больше 3 лет помогает особенным людям найти себя. Организация проводит множество мероприятий, начиная от совместных походов в кино и заканчивая конкурсами красоты. Наличие инвалидности или каких-то там заболеваний, так скажем, не должно быть какой-то преграды для общения, для развития. Вот. Мы же все люди в первую очередь, и нельзя об этом забывать. Вот. И все наши мероприятия направлены на то, чтобы как раз вот подружить, объединить людей, вдохновить на подвиги и подтолкнуть тех людей, которые находятся в сложной жизненной ситуации, подтолкнуть их на самореализацию. Все эти люди убедительно доказывают, что термин «ограниченные возможности» весьма условный. Они живут полной жизнью, и этому у них стоит поучиться. Татьяна Леонтьева, Анастасия Лангина, Борис Андреев, Республика.